Английский язык, Rainbow English, рабочая тетрадь, шестой класс. Упражнение 34. Это в юните 3. Задание на грамматику. И нам нужно дополнить вот эту, заполнить табличку, что мы понимаем по первой строчке, что у нас был перевод слова, первая форма, вторая форма. Обнимать это hug, а в прошедшем времени, то есть вот как вторая форма, мы получаем... Пишем ее с окончанием ed, при этом g у нас удваивается. То есть пишем hugged. Вот нам то же самое нужно делать с нашими подсказками. У нас подсказка слова находить. Находить это у нас find. А вторая форма это found. То есть мы заполняем здесь две ячейки. Кстати, кто мало ли вдруг кто-то не знает, неправильные глаголы, вот это у нас был неправильный глагол, у него особая табличка есть, по которой можно найти вот эти формы, находится очень часто в конце ваших учебников. То есть, кто не знает, где искать, или в интернете можете тоже ввести таблицы неправильных глаголов, и там прям здоровенная таблица будет, то есть спокойно эти слова можете находить и, более того, заучивать. Очень важно их заучить вовремя. Следующее – брать, отводить. Так, это я увидела чук, вторую форму, то есть мы должны уже их на память знать, что это брать что-то или отводить кого-то куда-то, отвозить. Первая форма у него – take. Следом вешать. Ну, вот здесь, кстати, у вас ошибка по учебнику идет. Так как у нас здесь первые формы стояли, ну, мы логично к этому пришли, и, в принципе, все совпадает. Первая форма должна была быть hen, а вот вторая уже han. Поэтому здесь смело можете действительно менять на hen, можете свериться со своими таблицами. То есть первая у него форма hen. Вешать, повесил, han. Тратить. Ну, это опять же... Вспоминаем spend, первая форма, spend, вторая, глагол неправильный. Основывать found, а во второй форме он превращается в founded. Очень часто этот found путает с нахождением. То есть находить это find, вторая форма found, а здесь первая форма found. Но переводится как основывать. Поэтому по переводу внимательно последите за текстами. Защищать defend. А вторая форма или глагол правильный, поэтому ему хватает просто ставить окончание ed. Defended. Появляется appear, глагол правильный, и ему хватает просто ставить окончание ed. Struck. Это у нас производное от глагола strike. А strike это у нас бить. У вас в текстах в основном появляется в качестве часы пробили, полночи и так далее. Но это также еще и ударять, бить как физически кого-то, так что это два значения. Думать, think, вторая форма читается, просто запоминайте, thought, то есть читается сложно. Так что нужно запоминать просто таблички этих неправильных глаголов.